Мальчика, пойдем дальше смотреть? Пойдем, мое солнышко. Пойдем. Вот сюда иди. А у самых крупных экспонатов своя история. Своя история была при жизни и своя история в стенах музея. Например, африканский слон – подарок бухарского эмира Николаю II. А в зоопарке у Николая II жил слон, который принадлежал наследнику престола цесаревичу Алексею. Жил он в царском селе под Петербургом, и после революции слона национализировали и решили из Петербурга перевезти в московский зоопарк. Везли его на открытой, к сожалению, платформе. Было это в декабре месяце, и слон, конечно же, в дороге простудился. И после прибытия в московский зоопарк он погиб. В это время все таксидермисты находились на фронте, и с большим трудом удалось сохранить шкуру животного, разрезав ее на части и засолив в бочках. И через 10 лет, в 1927 году, удалось только приступить к сотрудникам музея, к реставрации слона. А это индийская слониха Джиндао, что переводится «прекрасная женщина». Она была церемониальным слоном бухарского эмира. Но эмира свергли, и церемониальные животные стали не нужны. И в 1924 году ее решили подарить московскому зоопарку. В июле ночью 1924 году прибыла в Москву слониха Джиндао. И с вокзала она сама в сопровождении погонщика пришла в зоопарк. Она 13 лет прожила в зоопарке и радовала своим присутствием посетителей зоопарка. А потом, когда она умерла, ее передали в музей для того, чтобы сделать из нее чучело.